Стильные мужские слепоны от итальянского бренда Berluti. Изготовлены из гладкой и прочной телячьей кожи Венеция. Эта кожа износостойкая и не образует трещин. Изделие из такой кожи прослужит максимально долго. Насыщенный синий цвет Ocean оттенен технологией патинирования, которая добавила гладкость поверхности и игру света и тени. Великолепный отрывок из письма Людовика 15 нанесен тиснением на носке и язычке обуви по технологии Venezia Scritto Leather. Ольга Берлути приобрела это письмо на аукционе. Эластичная лента-резинка ярко-синего цвета удерживает стопу в комфортном положении. Форма колодки Палермо с удобным подъемом и хорошей внутренней полнотой. Примерьте эту пару, и вы ощутите полный комфорт. Изнутри слепоны отделаны гладкой телячьей кожей желтого цвета, символикой бренда на стельке. 3-сантиметровая резиновая подошва белого цвета прошита по периметру и оформлена синими вертикальными крупными стежками. Подошва также оформлена письмом короля Людовика 15 по технологии скрипта. Эта стильная пара для успешного мужчины станет прекрасным дополнением к неформальному гардеробу. Подберите основные элементы для создания образа с этой парой в бутике Luxury Store. Цена и наличие размеров на сайте lsboutique.ru. Заходите на сайт, подписывайтесь на наш канал, следите за модой. Вопросы в комментарии к видео.